Всем привет, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна. И если вы ждете Новый год, чтобы с Нового года начать новую жизнь, то, конечно же, хотелось бы вам сказать, что же вы потеряете, если вдруг вы решили регистрироваться в компании Faberlic и становиться директором после Нового года. Сейчас уже наступила последняя неделя каталога. Сегодня 25 декабря на момент съемки этого видео. До Нового года всего лишь осталось 5 дней, и очень много людей мне в личку пишут, что я зарегистрируюсь 1 января и так далее, и так далее. Так вот, знаете, что у нас есть на данный момент бизнес, в разделе бизнес, такая акция, да, то есть с вами пройдем в план развития, то мы с вами увидим такую акцию, как бонус «Быстрый старт». Так вот, в этом бонусе «Быстрый старт» говорится о том, что если вы зарегистрированы с 18 по 19 включительно периода 2017 года, то вы можете в течение 9 периодов, начиная с момента регистрации, подтвердить любое звание от директора и выше 2 раза подряд и получить бонус «Быстрый старт» по итогам 9 расчетного периода после регистрации. Что такое бонус «Быстрый старт»? У нас с вами есть квалификационные бонусы, да? Давайте с вами откроем новую вкладочку и посмотрим, что же такое квалификационные бонусы. Их выплачивают тогда, когда вы открываете, допустим, на уровне директора 3000 баллов, их подтверждаете в течение любых 8 периодов из 19 последних, да, и получаете 55 тысяч рублей, да? Или вы, допустим, открыли старшего директора и получаете 82 тысячи 500 рублей, также из любых 8 периодов из 19, да? Вот, такой, значит, бонус. Также вы можете получить этот бонус за... Давайте пройдем с вами в ступеньки лестницы успеха и там посмотрим с вами все бонусы, которые вы есть, да. Значит, примерно вы директор, да, и что бывает на уровне директора, что бывает на уровне от директора до старшего национального директора и что бывает от партнера до генерального партнера. Вот, смотрите. От директора, да, то есть если вы открываете старшего директора 82 500, серебряный 110, золотой 165 тысяч. Так вот, с момента регистрации, если вы зарегистрированы до 31 декабря включительно, то все эти бонусы вы можете умножить на 2. Если вы хотите знать бонусы в валюте своей страны, то вы также можете зайти в ступени лестницы успеха и узнать, на какой на какую сумму, да, на какую валюту своей страны вы можете умножить свой бонус, да. К примеру, если я наберу страну Беларусь, то мы сейчас увидим бонусы в стране в Беларуси. Также проходим в лестницу успеха и нажмем подробнее. Вот, пожалуйста, да, то есть за директора 1450 белорусских рублей, за старшего 275, серебряный 2900 и золотой директор 4350 рублей. И давайте же вернемся на российские рубли, да, то есть если вы успеваете за полгода, пожалуйста, открыть рубинового директора, то вот этот бонус у вас удвоится, то есть за год вы можете получить 440 тысяч рублей только потому, что вы быстро стартанули, быстро начали рекрутировать и зарегистрировались до 31 декабря. То есть все, кто начал регистрироваться, да, на данный момент, когда стартанула эта акция, все участники этой акции. Можно успеть подтвердить хотя бы директора, старшего или серебряного директора. И, конечно же, за быстрый рост компания удваивает ваши квалификационные бонусы. Также от проекта Faberlic Online, от основателей проекта Faberlic Online, вы можете бесплатно раз в год ездить в такие страны, как Турция, Египет и так далее. Да? То есть условия спрашивайте обязательно своих директоров. Там нужно всего лишь вырасти до 3000 баллов. Ну и, конечно же, от партнера до старшего партнера
Тут уже, конечно, такие бонусы, что ого-го. Вот на данный момент у меня кандидат на премию 1 750 000 рублей. А если я открою вместо 21 веточки 24, то уже 5,5 миллиона. Боже мой, я в это, если честно, не верю, но, по-моему, я иду на этот уровень, да? И что же получается? После Нового года быстрый старт уже убирают, да, то есть там будет уже другая программа. И вы можете вот этот двойной бонус, вы можете его просто прозевать, потому что вы зарегистрировались позже. Поэтому, конечно, если вы решили твердо строить бизнес, то лучше всего регистрироваться сейчас, создавать базу для работы, начинать всех рекрутировать, да, и уже собирать хорошие заказы на подарки, на Рождество, которое будет 7 числа, да, то есть и так далее, да, то есть можете уже начинать регистрировать людей, можете доносить привилегии, и примерно девочки уже начинают рекрутировать с 3 января, потому что как раз-таки все уже наотмечались и уже отмечать не могут, много у кого есть выходных, и много кто проводит свое время просто в интернете и уже как бы начинают хорошо идти регистрации. Ну что ж, я вам все рассказала. Быстрый старт – это как раз-таки то самое условие, когда вы можете удвоить свои квалификационные бонусы, неважно, сколько званий в течение полугода с момента регистрации вы открыли, да. То есть, если вы смогли за полгода открыть золотого директора, да, то вы получите, давайте вместе с вами посчитаем, да, то есть 50, во-первых, вместо 55 это получается 110 тысяч, да, вместо 27 500 у вас получается 55 тысяч. Вот, и получается вместо 110 у вас получается 220 тысяч, и вместо 160 еще получается 330, да? Угу. И получается, что вы помимо основных выплат за свой товарооборот, за свою структуру, вы просто бонусами сверху получите за год 715 тысяч, да? То есть давайте поделим на 2, то есть первую сумму вы 357 тысяч получите по итогам 9 расчетного периода после регистрации, да, а вторые 357 тысяч вы получите, получается, по итогам уже, когда вы в следующие 9 периодов подтвердите звание еще 6 раз в любых каталогах и получите квалификационный бонус за достигнутое звание. То есть квалификационные бонусы в компании есть, но чтобы их умножить на 2, вы должны просто быстро вырасти. Неважно, если вы откроете просто директора, да, к примеру, за эти полгода и подтвердите на следующий каталог, вы получите 55 тысяч рублей, да. Если вы откроете старшего, то вы получите 55 плюс 27 500, и через полгода еще раз это умножится на 2, да, после основного подтверждения. Вот такая, вот такие вот условия быстрого старта. И все, конечно же, кто пришел в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом каталоге, да, они уже могут брать быстрый старт и умножать свои квалификационные бонусы на 2. То есть вам нужно сейчас поторопиться, порекрутировать. Да, сейчас идут праздники, в Новый год люди обычно хорошо растут, потому что застолье, потому что куча знакомых и так далее, и так далее. И когда мы звоним, вот в прошлый Новый год у нас было реально хорошо регистрации по друзьям, по знакомым, потому что я их всех поздравила и сказала за однаким, что если что, я хорошо зарабатываю в компании Фаберлик, если захочешь, присоединяйся или там приезжай ко мне, да, я тебе все расскажу. Вот, и вы знаете, очень как бы хорошее такое, ну, я не помню точно, человек 6 ко мне пришло, один стал директором, но остальные как бы, да, сейчас кто на 12%, кто просто себе покупает, понимая выгоду, да, но все равно, как бы, и в Новый год можно легко рекрутировать, гореть, хотеть получить путевку в Турцию и, конечно же, хотеть получить двойной квалификационный бонус. Я думаю, лишние 55 тысяч или 27 500 или 110 вы найдете, куда вам потратить. И уж тем более лишние 357 тысяч, да, но это, конечно, амбициозная цель для
для амбициозных людей. И в компании Faberlic есть и не один такой человек, который собрал четверной двойной бонус. И, конечно же, этого я и желаю вам, дорогие коллеги.